Всех приветствую, значит, в этом видео вы узнаете, как установить розетку. Самую обычную, без заземления, в данном случае будем устанавливать. Значит, это видео любительское, то есть я не электрик никакой, а в домашних условиях сами, я думаю, каждый мужчина должен заменить розетку, уметь. Yep. Итак, первое, что необходимо, это сходить выключить сеть. Надо убедиться, что сеть выключена, после тока продолжать. В данном случае я буду менять розетку старую на новую, так как это уже очень плохо работает, да и портит весь интерьер квартиры. Значит, необходима отверточка будет, нож канцелярский. Я это все заранее уже подготовил, и сейчас будем это все снимать аккуратненько. Снимаем вот эти, откручиваем затем лапки старые. Видите, в каком состоянии здесь все просто-напросто заржавело. И затем откручиваем фазу и ноль. Тут все в очень печальном состоянии. Видно, что даже один провод, он где-то был замыкало, он почернел, окислились сам металл. И его открутили. Затем снимаем саму крышечку, чтобы нам только была задняя часть. Кто не знает, она откручивается вот здесь в серединке. Тоже такой саморезик есть. Просто-напросто крутите его и снимаете верхушечку. Вот таким вот образом. Раз, два. Должно получиться у вас вот так. Следующий шаг, это есть два способа закрепления подрозетника. Вот это лапками, вот этими вот, видите, они сбоку находятся, вот и вот. То есть вы просто вставляете, вот здесь закручиваете, лапки это расходятся в сторону, и розетка стоит на месте. Второй способ, это на саморезы, то есть вставляете стакан, и на саморезике вот здесь вот сбоку закручивается. Второй способ намного надежней, но так как у меня нету стакана, стакан старый, я буду пользоваться вот этими лапками. Один раз я уже менял, и очень хочу сказать, что очень все крепко. И следующий шаг, это мы подключаем контакты. В данном случае это фазой 0, провода заземления у меня на данной розетке нету. Хотя в новых розетках здесь третий. Я не использую его. Yep. Откручиваем вот эти вот немножко крепления наши. Раз. А здесь вот два. Куда мы будем вкручивать фазу и ноль. Освобождаем таким образом. Даем место больше. Вот сюда вот. Так как мы будем сейчас сюда вставлять про наши провода и после зажимать уже. Один открутили,
Вот так вот второй. Видите, как оно все откручивается легко. И здесь теперь необходимо выровнять эти провода. Видите, они тут закругленные, идут такими бубликами. Нам их необходимо выровнять. Выравниваем. Вот так вот. И даже тут немножко не получится выровнять, я откушу лучше. Так вот. Раз. Здесь выровняем. И затем также откусим немножко. Вот и все. Теперь вставляем один контакт. Вот сюда вот вставили и закручиваем. Закручиваем очень крепко, намертво. Снизу я закрутил уже, а теперь сверху дожимаю полностью. Смотрите, не сильно прижимайте, если вам, у вас, как и у меня, алюминиевые провода. Все готово. И переходим к следующему шагу. Это мы вот так вот все выстраиваем. И закручиваем уже лапки. Смотрим на глаз, все ли ровно. Если есть, конечно же, у вас уровень, по уровню все старайтесь выставлять, чтобы было красиво и аккуратно. И теперь вот крутим здесь саморезики, которые будут все сейчас в стороны расширять, и таким образом почти все готово. Лапки расходятся в стороны. Хорошая должна быть отвертка. Лапки эти не бойтесь хорошо закреплять, так как должно все вот это намертво стоять. Если будет плохо стоять, соответственно, когда вы будете вилку втыкать, назад вытягивать, вы можете вместе с розеткой все вытянуть на себя. Ну и что, осталось всего ничего. Установим крышку верхнюю, то есть первую. И вторую. Вот так вот. Аккуратненько. Вставляем и закручиваем средний саморезик. Тоже старайтесь все закручивать максимально крепко, чтобы через недельку это все дело не отпало. Так вот, затем покупайте, включайте, затем включайте сеть и пользуйтесь розеткой. С вами был Тимоха Лайф. Всем пока, до скорого.